Так, запись пошла, всем здравствуйте, вот камера вот тут вот пишет, пишет, да, вот сюда смотреть, это я себе говорю, это не тебе, это я себе говорю, это я не тебе говорю, это я себе говорю, чтобы смотреть вот туда, потому что я смотрю все время в монитор. Итак, начнем с того, о чем я хотел снять, а я уже почти забыл, но я вспомнил, вот, об АМР. Райтик или AMR Райтик, или как, или Райтик, короче, AMR Райтик, который ты наблюдаешь у себя на экране, у себя, с меня на экране, с моего вот этого вот экрана, вот она. Вот эта огромная снайперская винтовка, которая не помещается в экран, ну просто, она очень мощная, и забегая наперед, сразу хочу оговориться, в чем же ее особенность. Не только в убойной силе, которая усаживает на бутылку опытных бойцов почти с любого расстояния. Это просто невероятная снайперская винтовка. Но она еще обладает некоторой особенностью, а именно боеприпасы. Вот эти вот разрывные боеприпасы, которые, кстати, просто бомбят так нормально. И термит. Термит — это для того, чтобы у наших врагов во время нока подгорали пердаки. Чтобы мы им как засадили, и оно так пшшш, он будет лежать и трещать как полено. Вот. Но на мой взгляд, вот эти вот боеприпасы, взрывчатка, они как-то получше и помощнее будет. Хотя термит поэффектнее, конечно же, будет за счет пердаков. Но выбираем эффективность. По поводу обвесов, ну, понятное дело, что на снайперскую винтовку нам нужен хороший, удлиненный, такой самый длинный, который есть, ствол такой на всю комнату. Вот, очень большой глушитель, который еще увеличивает дистанцию чуть-чуть. Хотя, я не знаю, с таким глушителем там дистанция должна увеличиться как минимум вдвое, а она увеличится вообще, ну, вот стволечка прям, ну, ни о чем. Ну, что это за ты посмотри, что это за увеличение дистанции. Такой глушитель просто размером с автомобиль, блин, с Жигули какую-то. И, короче, самое такое ощущение, как будто и правда глушитель с Жигули взяли и поставили, короче, на снайперскую винтовку. А он там чуть-чуть добавляет. Ну, как бы неинтересно. Так вот, поставили мы, значит, взрывчаточку, все такое, собрали. Прицелом я стандартным пользуюсь. Но не об этом мы сегодня хотели с вами поговорить. А поговорить хотели о том, как его нам можно открыть. Сейчас еще вот рабочий стол нужно открыть вот так вот, чтобы посмотреть картиночку. Картиночку посмотреть. Сейчас мы посмотрим картиночку. Я открою еще одну папочку. Так, где у меня рабочий стол, блин? Рабочий стол! Вот он, рабочий стол. Отлично, рабочий стол я открыл, и здесь у нас написано, как ее нужно открывать. А у нас здесь пишут: требования для открытия. Убить два врага выстрелами с быстрым прицеливанием из снайперской или, внимательно, пехотной винтовки. Это очень важно. Для этого нам снайперская не нужна, пехотная винтовка в самый раз. Именно вот эта пехотная винтовка, которая ДВР, по-моему, называется. Вот, нам и понадобится. Сейчас я покажу сборочку. Что нам, как там сделать. Для этого надо. Так, а сетевая игра еще и доступна? Доступна сетевая игра. Вот, мы сейчас с тобой соберем, значит, сборочку для этого дела. Где у меня тут МРМР. Вот, зайдем сюда. Пехотные винтовки. У нас здесь их немного, по пальцам пересчитать. Собственно, как и снайперских винтовок. Здесь всего 4 штуки. Так, где у нас ЕБР, не ДБР, а ЕБР 14. О. Мы ставим наш ЕБР, заходим вот сюда. Для этого нам много не надо, просто понадобится вот этот вот увеличенный магазин и, собственно, все. И, собственно, все, и больше нам ничего не нужно. Пустой прицел, пустая это самое главное. Хочу вот сразу сказать не использовать второе оружие, потому что ненароком запоришь себе испытание.
Вдруг обнаружится, ты такой каточку откатал, потом выходишь посмотреть, а у тебя ноль, не выполнено ничего, думаешь, что это что такое. Это что такое, я не понял, я всю игру стрелял с этой самой, ну там немножко там абаканом помогал, там взрывчаточки кидал, все такое, а ноль, непонятно. И самое главное, с винтовки тут еще важное расстояние. С быстрым прицелом не впритык убить, а должно быть там метров 20-30 быть, 50, чтобы тебе засчиталось вот это вот, значит, испытание. Ну, это я так заметил, потому что сами-то эти самые вот эти вот разработчики, никто там, они же не пишут, какого расстояния надо быть. Но это я так заметил, потому что если с близка убивал, то как бы не засчитывалось, а когда сдалека мочил, то нормально. Вот, в сетевой игре это делать очень легко и просто. Я сейчас даже включу тебе видео. Вот здесь посмотришь, как у нас в сетевой игре это происходит. Мы сейчас опять нажимаем рабочий стол. А где он? Вот у нас повторчик есть. У нас такой замечательный повтор. И немножко поглядим на то, как я разношу супостатов в разные стороны. Скоро выходить!